Хороший старт дал, не сбрасывай скорость. Ты на пути к победе, еще осталось малость. Поставив себе цель, будь уверен в своих силах. Все мысли прочь, разберись в своих сомнениях. Не теряй веры и терпения, надежды. Живи своей мечтой, тогда сможешь до нее дойти. Всем салют, ребятки. Время 6 утра, и мы с вами отправляемся. Погодите, куда? Куда? В деревню. Погода отстой, конечно. Путь нам предстоит долгий, 5-6 часов где-то. Я думаю, будет интересно. Мы с вами находимся в промкомбината. Идти до сюда где-то минут 5, наверное. Здесь вот раньше все купались. Сейчас как летом, ну, скорее всего, летом точно так же здесь купаются. Блин, как круто, а. Я вот это все помню. Это вообще... Блин, я вот пока шел, у меня улыбка с лица не сходила. Просто такие воспоминания всякие нахлынули. Это очень круто. Вот здесь вот обычно мы купались. Тут куча людей собиралась. И все дети, взрослые купались здесь. Йо, смотрите, как я круто одет. Вот только вот такие вот дороги здесь. Деревня. Настоящая деревня прям. Как я рад, что я до сюда доехал. Я здесь последний раз был, когда был маленький. Но я все очень хорошо помню. Какие-то моменты вот я именно вот хорошо помню. Дом, улицы и так далее. Это вот Мелетка. Я помню, мы были маленькими. Я и два моих друга. Что-то мы как-то заблудились. И надо было перейти эту реку. А она такая холодная, что они ревели даже от холода. Но как-то мы нашли выход. Это вот еще одно озеро, где мы проводили время. Плавали на плоту. Я помню, плот был из бутылок всяких, полторашек связанный. И мы тут плавали, в общем. Тоже было круто. А еще у ребят были такие странные игрушки. Ну как, это сложно назвать игрушкой. В общем, с одной стороны колесо такое здоровое. Идет такая палка. С другой стороны нет колеса, а вот такая крутилка, короче, как бы. И вот все вот этим колесом играли с кучу ребят. Крутили эти колеса, я тогда помню. Я себе тоже такое хотел. Заняться нечем в деревне. Сейчас мы отправимся на мою улицу. То я как-то не в тему вам экскурсию начал устраивать. Вот это, так сказать, конец улицы. Вот там вот за этим домом, короче, у меня жил друг. Вот здесь вот Апайка жила, у которой я кушал шпанскую черемуху. Вон, кстати, она идет по ходу. На самом деле, в детстве эта улица казалась очень длинной. Но она очень короткая оказалась. Вот он такой дом. Тут уж все изменилось. Ну не прям так. Вот это все стояло с этой стороны. Вот здесь труба такая стояла, длинная. Печка. Забавно. Показывают по телевизору фильм, который я смотрел в детстве. Время 9. Пересмотрел уже все сериалы, фильмы и так далее. Есть сканворды. Скоро возьму за сканворды, походу. Хорошо в деревне. Ничего практически здесь не меняется. Вот по этой тропиночке этот страшный столб обходили, потому что боялись внутри пройти. Вот так вот идем. Это песчаная такая дорога. Ну, летом здесь клево. Как видите, я уже в толстовочке, мне толстовочку подогнали. Идем смотреть, что здесь у нас такое. Вот тут вот мы рыбу ловили, кто-то одежду стирал. Вот там у меня сестра упала в крапиву как-то. Я помню, здесь всегда гуси гуляли. И всегда было опасно тут проходить, если здесь где-то неподалеку гуляли гуси.
Это вот ночной клуб местный. Нефть. Ну, дом культуры, конечно, называется. Я здесь только во дворе играл, а внутри я никогда не был. Ленин стоит. Как стоял, так и стоит. Куда ни делся, никто не повалил, ничего. Все нормально. Вот у меня, конечно, большая деревня, но такое чувство, что я ее уже обошел. В принципе, везде побывал, где я раньше гулял, тусил, так сказать. Сейчас идем в село, туда, куда мы бегали иногда. Я помню, там камешки какие-то собирали, еще что-то. Думал, погуляю полтора часа где-нибудь. Прошло минут 10, как я вышел из дома. Это вот школа местная и садик одновременно. Связь, найдись. Ты где? Интернет. Интернет мой. Меня, конечно, предупреждали, то, что здесь ничего не ловит. Дома нет-нет, конечно. Можно прочесть какие-то сообщения с трудом. Но вообще тут даже тупо МТС РУС не написано нифига. Жесть. А хотя я вот гуляю по деревне. То есть я не знаю, как в доме вообще ловит. Вот посмотрите, какой ужас тут. Короче, странно как-то. В доме ловят, а на улице нет. Господи. И вот мы дошли до еще одного магазина. И тут, по-моему, остановка тут. Мы садились на автобус и уезжали до Ганьбы, по-моему. Не знаю точно куда, но куда-то мы уезжали. Вот и прошло минут 20. Я, в принципе, сходил, куда я хотел. Все, здесь больше делать нечего. Возвращаемся домой. Вон туда вот. Пошел дождь. Что может быть лучше? Мне еще идти, идти. По этой грязи. Фак. Ну куда? И скажу, на больничном. Вчера мы с ним ходили. Вчера я ходил с ним вечером. Мы тоже ходили. Да? Лет. Угу. Мы тоже ходили. Вот на этом месте стоял страшный черный дом. Мы всегда боялись зайти туда. Ну, конечно, как дети, мы все-таки туда зашли. А вот этот запорожец, он, по-моему, как стоял, так стоит. Аня, подними личико. Тут раньше собачка была. Я с ней играл. Здесь садик был. Мы тут ели ягоды всякие. Это баня. Знаете, вот вспоминаю все это, как было раньше, когда я был маленький. И грустно как-то становится, что не так уже сейчас все это дело. Что деревня уже не та, такая старенькая стала. Это печально. Время 5 вечера. Папа решил порыбачить. Сейчас узнаем. Как успехи. Вот и все. Всем салют, мы летим в Питер. Итак, у Альтера сегодня первый полет на самолете за очень долгое время. За сколько, Альтер? За всю мою жизнь вообще первый. А каково это никогда не летать и сразу авиакомпания «Победа»? Присылайте идеи, как похоронить Альтера в личку Альтеру. Ну вы поняли, да, шутка, типа мертвому чуваку отправили? Обожаю шутки про мертвых. Итак, Альтер, ну давай. Если самолет разобьется, это будет очень популярное видео. Типа последнее видео Альтера перед тем, как он умер. Давай. Охренеть. Давай запиши. Синий сразу на победу. А потом, короче, вот это видео пойдет, а потом пойдут ролики, где он улыбается под очень медленную грустную музыку. Я old free, child free. Old free. Блин, меня так разъебала одна шутка, короче, была одна шутка. Одна курица решила не нести яйца, потому что решила пожить для себя. У меня плохое чувство. Вот,
все, самолет начал. Ты что ты делаешь? В общем, ребят, мы слетели, все нормально. Это то, что я тебя перекрестила, поэтому все нормально. Самое интересное, что я-то буду гореть в аду, поэтому мне капец как далеко. У тебя палец попадает, ну что же человек такой? Не попадает он, я же вижу попадает. Картинку. Я вижу картинку, вот теперь попадает. Детишек жалко, конечно. Что вы сказали? Так обидно. Молодая, а умрет бухой. Уже что? Ничего. Короче, мы добрались. Ваши ощущения, как вам полет в победе? Я того родственник, конечно. Отличный самолет, очень, кстати, просторно было. Не предложили ни поесть, ни выпить, но нам и не очень хотелось. Альтер скачал отвратительный фильм. Мы его смотрели, и когда оставалось 10 минут, он такой: ой, я его смотрел, фильм говно. Неожиданный, да? Поворот. Алло, я сказал продлевать контракты, понятно? Все, 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 встречайте. Чтобы завтра документы были. Как? А сегодня четверг. Да. Скажи, как прошла твоя ночь в этом супер отеле? Ты у меня вообще в главных ролях будешь. Вот так вот делаются кадры. Александр. Альберт, очень Алия. Приятно. Алена. Очень приятно. Яна, очень приятно. Очень Дарья. Приятно, очень приятно. Присаживайтесь. Так, окей. Ох, ничего себе.
я не знаю, ну типа там вода. Встретились как-то нищекамцы в Питере. Огромный, так. Нахуй подсказки нам нужны от ковра. Сам-директор дискоцентра. Иди-ка нахуй, будь дементра. Короче, ты девка на X3. На Денчика посмотри. У него есть русская тачка, а у тебя лишь есть в щитке в подъезде заначка. Ты живешь с родителями до сих пор. Актер, возможно, с Таифа что-то спиздил вор. Ненавидит весь Таиф. Он типа излучает блядский позитив. Смотри, у девчонок есть бутылка вина. Я надеюсь, они выпьют ее до дна. У тебя очки, ты интеллигентная чика. Я надеюсь, тебя зовут Олег или Вика. Я надеюсь, что ты стопудово не Олег. И у тебя под джинсами члена нет. Ты очень красивая девчонка сзади. Я так хуйню несу, это бляди. Это... В общем, это были две крутые поездки, которые мне хотелось вам показать. Поездка в деревню, где я не был там несколько лет, ну точно лет 15. Потому что, ну, вот эти видосы, они 97-го года, да? То есть это 21 год где-то. Представляете, чуваки? И поездка в Питер. Поездка в Питер была по работе. Мы ездили в молодежные центры, смотрели, как у них там все проходит и так далее. Тоже очень крутая такая поездка получилась. Новые знания, столько всего увидели, в общем. И по молодежным центрам погуляли, и ночью погуляли. И я наконец-то побывал в баре 1703, в этажах, Новой Голландии, короче, где только не были и ходили пешком. Ну, поездка в Питер мне понравилась больше, конечно же. Вот, так понравилось, что даже оттуда уезжать, улетать не хотелось. Вот, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайк, рассказывайте, не надо никому ничего рассказывать. Наконец-то я это видео смонтировал и совсем скоро уже займусь каналом. Будем прослушивать альбомы, снимать разговоры всякие и так далее и тому подобное. Так что ждите, ребят, скоро все будет. Check it out!